Здрасте. Кто это стреляет вообще? Ну, больше Украина, мне кажется. Да? Да, да. Больше Украина. На Западной Европе они сказали, это все Россия стреляет. Нет. Какая Россия, хрена? Нет. Если у меня на глазах едет и с грузовиками на меня обстреливает назад. Едет и кидает прямо вот... Проехал, остановился, светофор, обстрелял девятиэтажку. Проехал дальше. Украинский? Украинские, да. Это было 6 марта. ДНР только вот позавчера пришли. ДНР только вот позавчера пришли. Вот, посмотрите, дома. Это все украинские мины. Да? Вот это украинские мины. Вот что с этой стороны летело. А вот, смотрите, плиты попадали. Это все у нас стоял вот, танк прямо вот. Что вот, летело оттуда, вот сюда, это все украинские. ДНР было там. Европа. ДНР там была, а Украина была вот здесь вся. Короче, вот посмотрите, вот он дом прилет, вон он дом прилет, а вот дом разрушенный, а вон девятиэтажка стоит, там нету 3 этажей сверху вообще. Ага. Когда последний раз украинский был контроль about this? Сколько контроль? 26 числа вошли российские. Все. До 26 числа? Да, 26 числа вошли российские, до этого были украинские. Ага, а так были нисколько украинские? Не, недолго, да? Ага, ну как понял. Недолго? Кто? ДНР только вот 26-го вошли, сегодня какое число? 29-е? 29-е, да? 29-е. Да. Вот они 3 дня, как ДНР. Ага. Украинская легче армия, стало. Ужас, что творилось здесь, ужас! Как мы только пережили это все? Они всем говорили, собирайтесь и уходите. Все. Ну как это я куда уходить? В свою квартиру уходить буду. Людей... Вот мы остались, у людей и они тут на все бомбили. У людей на поселках вообще выгоняли с домов и занимали помещения под свои орудия, под свои минометы. И будет картинка. Вы для, не говорите, для это не ДНР, это все Украина. Ага. ДНР... Чуть-чуть совсем. А Украина, потому что они все ставили, всю технику свою, все прятались. Детские между садики, домами, школы, прятали. Детские садики стояли. Ага.